Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу поделиться с вами радостной очень для меня новостью. Я очень благодарна Господу за то, что я сегодня здесь, на светлом радио «Эммануил». И хотела бы пожелать всем слушателям, всем верующим людям, чтобы в это последнее время мы все больше и больше прилеплялись к нашему Господу, чтобы мы все больше и больше наполнялись им, чтобы Он стал нашей жизнью, чтобы Он стал всем для нас, чтобы Он встал в нашем сердце на первом месте, потому что только Он достоин быть на первом месте, и никто другой. Я желаю всем слушателям, чтобы все ходили в Божьей любви, чтобы все ходили в Божьей милости. Я желаю, чтобы каждый человек на этой земле исполнил Божье предназначение, исполнил то, к чему Господь ведет его. Я желаю, чтобы все люди, все дети Божьи, они научились слышать Его голос и были водимы Его Святым Духом. Да благословит вас всех Господь! Додаток світлого радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і світле радіо буде завжди поруч.